Здравствуйте. Сейчас я хочу нарисовать карикатуру с мужского портрета, вот с этого. Начиная, также у меня планшет, бумага, мелок или угол пастельный. Я ставлю портрет и для себя начинаю рисовать. Опять начинаю рисовать с глаз, как я уже говорила. Глаза у него прищурены. Еще больше утрирую. Брови, поэтому я делаю их еще больше, еще гуще. Рисую нос, поскольку у него нос довольно увеличиваю, утрирую. Есть усы, поэтому я рисую усики. Бородочек. И немного челюсть. О, большое ушко. Чик-чик. Носики. Немножко использую плоскую часть и делаю тени.
шейку. У мужчин обычно рисуется она с кадыком. Так что... Получается портрет карикатура. Вот портрет. И карикатура. Расписываемся. Можно ставить число. Если вы кому-то дарите или делаете это на заказ, ставите, например, число. Сегодня у нас 18. Закрепляем, чтобы высохло. Вот такая карикатура.